Ну вот, тут вставал вопрос, как снять торпеду, сейчас прям наглядно показываю. Вот крепежные болты. Раз болт. Вот два болта. Так, надо сейчас длинку возьму. Болта на сторону. Перейдем на ту сторону. Здесь все то же самое. Два поверху. Я понял, да? Я понял.
Так. Один центральный. Вот он. И осталось два болта на рулевой колонке. Пойдем в эту сторону. Вот два болта на рулевой. Погоди, да я засниму. Вот. Так. Колонка падает. Все. Торпеда скинулся. Вот она. Останется только вам, ребята, вот эту всю проводку оттянуть. Аккуратненько, чтобы ничего не оборвать. Вот. Фишки. Что на фишках, то с фишек снимается. Вот. Ну, как бы ничего сложного. Как всегда, больше страшно. Здесь вот всякие фигни по проводке. Ну, отстегивайте проводку, короче, и все. И панель у вас как бы в руках. Пойдем сейчас на эту сторону. Закрывать? Да я закрою. Вот здесь у меня завязки всякие немыслимые. Вот, ну короче, на себя, кверху и в сторону. Все как бы все простенько. Ну и тут, кстати, вот по поводу, почему дребезжит панель. Вот сама панель пластик, да, она вот крепится вот раз саморез, и вот он два саморез, и с той стороны также. Вот плюс здесь есть еще средние две такие раскосинки, вот они, вот раз, и с той стороны два. Вот если саморезы вылетают, а они вылетают, панель начинает дребезжать.